всегда такой, и трезвый, и всратый, родной еблет. Как у Носферату прирожденный гуру визуального трэша, начинается вечер, приближается слэшер. Слэшер, безусловный мастер, уважаемый мэтр, завершается слэшер, начинается сплэтер. Сплэтер, он чисто Джейсон Вурхиз без вратарской маски, ему все похуй, как Илону Маску. Он выбежал во двор, соседи от него по кругу. У бати пять ножей в руке, в натуре Фредди Крюгер. Ему не нужен повод и не нужен триггер. Он просто белый господин, а ты обычный нигер. Догонит, наебнет и больше не подняться. Каждая пятница у нас 13-я. Предостаточно криков, предостаточно жалоб. Завершается сплеттер, начинается джалоб. Джалоб. Если ноль на карте, рассчитаемся кэшем. Завершается джалоб, начинается слэшер. Когда мой батя в режиме автокиллер, продолжается хоррор, развивается триллер. Не про него вискарь, коньяк и пиво крафтовая. Мы синячим только древний ужас по Лавкрафту. Он мистер Трикстер из почти любой франшизы. Кому театр гениоль, а для кого-то жизнь. Скрим первый, скрим второй, скрим третий, четвертый скримаш. Он даже не заметил того, что Крым уже наш. Неоплаченный пени, неоплаченный штрафы. У меня на мобиле собираются снафы. Снафы. Участковый Лёха, мудила и гомик. Завершается слэшер, начинается комикс. Так, 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 проверка, проверка. Лара Крофт, продолжение. День третий. По полтора часа поиграли. Первый, второй день где-то так. Плюс-минус. Ну-ка, будет ли все работать нормально? Хотелось бы верить в это, но я сомневаюсь. Там, конечно, все работает. Экшон. Сейчас там будет у нас остановились на каком-то экшоне, там вообще жесть была. Потому что ночью играл, уже колпачило по-дикому, спать хотелось. И не с последнего лагеря, с последнего места, где мы там вообще хоть что-то делали. 33% интересно, это все игры? Точнее, основной сюжетки или вообще всего? Вот это вот непонятно. Так. Все, погнали. Дальше проходить по кабан. Бах, ну не живучий кабан, блядь. Хорош. С них там падают всякие плюшки. Что там, детали должны падать, да? Да, 17 деталей. Неплохо. И опыт. 80 опыта. Я считаю, это замечательно. Так, погнали, куда нам? Туда. Надо все осмотреть. Всяких бонусных плюшек. Что было. Не знаю, сколько осталось до конца. Вообще долго игра или нет. Опа. Че, кулоны, маски, они, еще что-нибудь. В Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Угу. Личные вещи носили в маленьких коробочках. Инро. Эдакий древний бумажник. Его носили вечно в руках, я так полагаю. Супер неудобная фигня. Не было карманов, как бы носили все там, и это не знаю, то если куда-то вешалось на спину, типа как рюкзак, так тогда ладно еще. Я могу понять. А если ты просто как-то, ну,
носил в руках, то это тупо. Я бы лучше все вещи, там, ключи, телефон носил в руках, чем в каком-то кошельке. Просто разносим стену. Вот что я хотел. Ну-ка. Хорош. Теперь можно бегать и не поджигать все вот этим, блин, зажигалкой, факелом. Блин, а я тут был. Вчера еще. Так, а мне? Угу, понятно. Но я буду с пистолетом бегать, как гэнгста. Так, а тут тупик, что ли? Ну-ка, залезешь? Нет, не хочет. Ладно, хер с ним, погнали. Какими-нибудь окольными путями. О, хорош. Детали не упускаем, будем качаться. Как бы максимальная прокачка, максимальный уровень сложности, напоминаю. В общем, полный бардак. Хотел спокойно уйти на пенсию, называется. Ушел. Вот пусть только рот мне попадется на этом треклятом острове, получит в харю за то, что притащил нас сюда. А потом мы с ним перебьем всех этих смехнувшихся сукиных сынов, как в прежние времена. Только без старины Дики Крофта. Вот такой Дики Крофт, это типа мой батёк. Я просто вот не особо шарик, только там батёк у Лары. Так его звали. Фильм я тут, фильм давно смотрел. Когда еще, блин, шкилой был. Поэтому я даже не знаю, как зовут его. Угу. Кто это вообще говорил? Блять, что-то разбил какую-то древнюю вазу. В музее бы мне такое не одобрили. Так, винтовочка, патроны. А! Так, куда? Вот сюда. Так, сжигаем вот эти всякие подвешенные сетки. Собираем only детали, все детали собираем, все, что видим, собираем. Ничего не оставляем. Опа, кто это? А, это труп подвешенный. Я жду у враги. Блять. А, нихрена себе, выбежали уже. Сосай. Блин, бегут. Блять. Пропустил-то как. Эти вот лучники, они просто имба какая-то, они просто бахают и бахают. По-дикому. И нет, ну сейчас. Не хочу умирать, не хочу, мама. Походу все, да. Давай в рукопашку, Бах. В рукопашку бахай. Нет. Блин, ну нет, ну как так? Просто набежали из ниоткуда. Лучники просто суровые, они прям херачат. Нет, расстрел. Ай, упустил какого-то чувака. Еще так тупо. Так, пистолет взял. Че там, блин, не то нажимаю. Не, сейчас я не наступлю уже. Или все-таки наступлю? Где эта ловушка-то? Непонятно вообще. Зачем они это делают? А мне сюда. А что, так она не выйдет, да? Не выбегут они. А нет, выбегут. Ну давайте, бочечка тут горящая есть. Бах! Какое проклятие, косой что-то, блин, сводится сегодня очень плохо. Ну куда я выбежал? Ну и бред. Так,
сразу-то ловушку уничтожаем. Че, не попал? Ну, почему не горит? Блять, что? Не хочу. А ну давайте, скотина, по одному. И быстренько сваливаем просто нахер отсюда. Не, я всех расстреляю. Давай, давай, выходите, блядь. Нет, ну и насрать. Мне-то похер вообще. Надеюсь, я туда иду. Вот обычно так гробницы всякие изображены. Угу. Да хватит, там вроде туда, куда надо. Тихо-тихо. По балочке. Аккуратно. Не спеша. Я уже говорил, что тут жалко, что тут бега нет. Какое-то такое ковыряние, блин. Так. Бля, не то. Так, как бы слезть. Ага. С помощью ледокола. Ледоруба. Ледокола. Так, не, ну факел поджигать не будет. Нахуй надо. Он нам не нужен. Так, это куда вышел-то? А, это все-таки гробница. Значит, сейчас. Статуя императрицы Солнца. Угу. Это было священное место. Значит, сейчас думать надо будет. Думать, думать. Ай-яй-яй, что я там разбил-то опять? Так, куда можно залезть? А, я все понял, походу, нас сначала накидать вот сюда, да? Угу. Ну, пока легко. Не самая сложная гробница. Видали, и тяжелее. Так. Че, выкидывать теперь, да? Или со мной она не поднимется? Ну, походу, нет. Значит, нужен противовес куда-то, в противовес. Значит, что? На чем она висит? Стой, стой! Либо я должен куда-то там успеть залезть. Давай, давай. Вот так вот. И вот так. Угу. Вот это все? Это слишком легко. Даже подумать не дали особо-то. Какая-то легкотня. О, невероятно, невероятно. Ничего невероятнее я не видел. О, 1200 опыта. Неплохо, неплохо. По-нашему. Да ё-моё, куда я? Опять бегу. Так, в лагере, тут где-то лагерь был. А, сразу качнуться. Так, автомат, модификация оружия, старый автомат в автомат. Нет, мне нахер не пилось. Автомат. А, он сам. Угу. Теперь у меня автомат, теперь у меня не старый автомат. Теперь у меня новый автомат. Больше припасов. Больше припасов. Это по-нашему. По-мужски. Так, и теперь запчасти. Что будем улучшать-то? Дробовик, пистолет максимум? Максимум. Лук. Че это? Оплетка тетивы повышает скорострельность. По-нашему. Каев.
Это я люблю. И это тоже. Будем как с пулемета херачить с этого лука. Так, и сколько у меня еще? 400. Даже не знаю, короче, пока оставлю. Может, еще что-нибудь дадут. Лук, интересно, теперь вообще скоростный, теперь пулемет. Посмотрим дальше по игре. Насколько это скорострельно. Так, куда? Что-то заблудился. А, угу. Потихо так. А вот куда идти дальше, что-то я вот не понял. Ну, я думаю, сейчас разберемся, конечно же. Давай, быстрее. Так, нажми, чтобы изучить особые места на карте. Ну-ка, тут есть особые места. Окей. Так, это гробница. Понятно. Это артефакт. Документ. Я просто не открывал карту вообще ни разу. А тут все подсвечено, походу. Вообще все. Тут артефакт должен быть. Артефакт мы заберем. Ну да, легко на 100% вообще пройти, всякую хрень найти, да? Нет, это был не артефакт. Это артефакт ниже. Блять. Нет. Хм. А. Все, вот артефакт, понял. Может быть, это династия Юна? Может, это с пропавшего флота Кублхана? Кублхана? А, нет, это подделка. Сделано в Китае. Майданчина, красава. Документы, и тут еще нихера тут артефактов. Ну, конечно, я не буду настолько задрачивать, чтобы все артефакты собрать, ну их в жопу. Там чуть-чуть опыта дают, совсем чуть-чуть. Поэтому не вижу смысла. Чисто ради рофла, если. Только. Чтобы послушать всякие охуительные истории. Так. Угу. Хорош, допрыгнул, я думал, блин, ну пойдем. Нет. Ой, еще что-то у нас. Еще 20 все подвалялось. Никому не надо. А нам сюда, да? Хорош. Где эти сволочи-то, ё-моё? Сейчас всех... О, а вот и сволочи подъехали. Нихера тут бочек. Ну, блядь. Блядь. Надо аккуратно, блин, а то сейчас под гопников подставлюсь. С луками, они очень жесткие. Давай. Ах, не попал. По нему ж попал свой. Почему он не умер-то? Ай-яй-яй, как так-то? Задержка пинга у меня. В мозгу. Бах. Наповал. Ай, бочку попал, не хотел вот так рано ее тратить. А это все не хедшот, да? Наповал, когда пишут. Просто с одной же пуля. Не? Ах, хорош, попал. Коктейль молотов полетел. Не, с пулемета, вот с пулемета самые жесткие, ненавижу их вообще, пиздец, мрази. Они просто бахают, как бы не дают шансов. Никаких. Ё-моё. Жесть, как это пошла. Твою мать. Да сколько ему патрон-то надо? Надо именно в голову, чтобы... Чтобы не мучиться с этими тварями. Эх, мужики, блин, спермобаки душные. Я как бы всегда знал. Так, чё, куда?
Видимо, чуть-чуть ее подрубаем назад. Сейчас бы ушел обратно, как бы и начал бы ходить, ходить такой, бродить. А, чё не так? А, горючие материалы, все, я понял. Поджечь надо, блин, балку. Моментально, говорит, их, походу, керосином пропитали. Как бы просто воспламенилось, блин. Либо сразу уже уголь туда положили вместо нормальной балки. Иначе другого обоснования я не вижу. Что происходит? Кто уходит? Что происходит? Это все к нам сбегаются, чувачки. Ща будет мясо. Будет весело. Давай по ручейкам. Как? Как так-то? Че непонятно? Я не понял ничего. Как жить-то? Алло. Все четко. Случайно врубил микрофон, все работает. Видео стрима бахает. Ага. Все замечательно. Так, погнали. Дальше. Какие ублюдки, кто? Кого дефать? Но она бежать не умеет, я не знаю, что делать. Ну-ка, быстренько назад. Падайте все, мрази. Не пущу. Не знаю, кого я дефаю, конечно, но не пущу к нему. Да бегу, погоди, я тут припасы собираю. Да вот, все. Походу, тот чувак, который чай дневник читал. GG. Минус лестница. Да, не надо. Почему, блин, мне на стрелы-то дали? Блядь, чё там? Пулемет? Блядь. А, это машина вот эта. А чё, они все возвращаются-то? Чё, в зоне досягаемости? Упс. Достиженьку подъехала. Это мне дает способ теперь к вам залезть, падла. Козлы. Давай, сволочь. На тебе нахрен с камня. Бах. Так, попал. Хорош. Наповал просто. Белый господин. Ну чё их так много-то с динамитами? Короче, я, бля, иду на таран. Нет, не иду. Что произошло? Меня задело? Ваншотнуло? А динамита? По-моему, другой чувак, кстати. Бах. Эх. Ой, сволочи. Ну как так-то? Пропустил тебя, главное, не умереть. Нет, живи. Что ты делаешь? Не надо никаких этих помощи. А, тут еще ж, блин, бочка. Все, патроны кончились, нет. Только не патронов. Нет. Рамзан. Да нет, ну нет. Давай в рукопашку с этим козлом. Походу все, заново. Нет, давай, живи, хищник. Как раз достижение просто сыпет рекой. Хищник, блин, упс. Что там еще было? Бах. Не попал? Специально ж наперед брал. Надо срочно припасы собирать, припасы. Так, 7 пуль, 6 пуль. Надеюсь, это на пистолет. Блять, как же тут все рушится.
Конец вам, проклятые. Не знаю, кто вы там. Супостаты. Ну, иногда просто непонятно. А, все? Дедуля. Дедуля, давай, давай. Как ты вообще выбрался-то? Угу. Да легчайше, мы такие тут канатные дороги преодолевали, ты просто офигеешь. Канатные мосты, дороги. Что только не было. Давай, опа. Сейчас заберемся. Можно поиграть на этой машине? Не знаю, как называется. Ну-ка, ну-ка. Блин, я тоже... А, не, можно. А, это сломать. Тишина получена по ходу испытаний. Механические сирены сломаны. Ну, как бы найду, все уничтожу. Мне не жалко. Я вообще поиграть на них хотел. Тоже хотел пошуметь. Так вот. А тут говорят, сломай их. Сломай их и все. Так, это что? Хрен он так залезла. Ну-ка, ломай. Не, хочу по более сложному пути. Вот тут какое-то... Прям тоже какое-нибудь испытание. Нет, нет, слезь, слезь. Опа. Девчонка здесь сейчас... Эта девчонка вам нахер... Всем пизды даст. Лалки душные. О, еще одна. А что не то? Чуть не перепутал кнопки. Так, пистолет перезарядить. Я, ё-моё, готов. Как на войну идти. В полном обмундировании. Ну, вот сволочь бежит уже какая-то. Так. Ну, пулеметчик надо вообще в первую очередь с автоматом. Козла гасить. Да ё-моё. Хорош. Как так-то? Не играть мне в КС-ки всякие. Всегда был раком там. Просто диким. Рандомно иногда что-то получалось. И все. Нет, фух, я ж думал, сейчас собьет. Как в четвертом резиденте. Только там гильотина или чем. Не, не гильотина, как называется. Это маятник вот таким. Там выносило просто. Так, и что, мне на эту фигню, да? Хрена тут бочек просто. Я не знаю, откуда у них столько бочек. Ветряная мельница на один новый лагерь. Нахрен ты палишь-то его? Почему они его не убили? Не знаю, почему они его не убили. До этого гасили многих так просто, вообще без разбора. Бах. Снайперка нужна тут срочно. Не знаю, будет ли в этой игре снайперка. Что-то мне подсказывает, что, конечно, нет. Но она бы не помешала бы. В смысле, что за потом? Почему максимум? У меня максимум на пистолет? Непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ё-моё. Ё-моё. Не получилось. Да пипец, они снайперы, они просто леголосы какие-то, я в шоке. Не знаю, как они так стреляют просто. Эльфийские лучники так метко не стреляют, как они, просто ноль, блин, промахов, ноль.
Only попадание. Нет, нет, нет. Откуда ты опять взялся? Где ты? Угу. Вижу, вижу. Шлем у него еще был хорош. Мне всегда было интересно, реально шлем спасает как бы от пули. Мне что-то кажется, что нет. Ё-моё. Потому что чё, ну... Всё, ГГ? Ну нет, ну стой. Ай, блин. Начался просто коридор какой-то шутанный. Так ты нахер. Давай, давай, беги. Чё ты упал-то? Всех убью, один останусь. Да боже мой. Мэтр какой-то. Хорош, я уж думал, сейчас зарубит, блин, как свинью. Просто расчленит. Прям на этом месте. Да ё-моё, чё ты как косой? Как аллея какая-то косая. А, тут разные патроны для на разные эти. Я думал, тут микс. Ага. А вот и со шлемом козлина. А вот так, возвращаясь к чему со шлемом, мне кажется, если в шлем, ну, стрельнуть, даже если он как бы не пробьется, то будет сильно вмятина и просто тебе будет очень больно голове. Конечно, лучше, да, чем он тебе вынесет мозги нахер. Но хер знает, хер знает. Не военный, не эксперт. Или как в Звездном десанте было. Там вообще какие-то пластмассовые шлемы. Я не думаю, что они вообще от чего-то спасают. Когда чуваку на тренировке размозжило череп. Улей. Походу пистолет уже это, все. Надо что-то брать посерьезней, чем пистолет. Только. Либо, не знаю, начать попадать. Как бы. Как снайпер. О, у них кто-то вылетел. Йоу, бро. Научился летать со мной на небо? Там, где звезды до рассвета, блин. Нет, 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 не заденет, надеюсь. Далековато же. Ох, патроны просто трачу в молоко. В никуда. Самое главное, этих пулеметчиков морозистов, блин, убивать. Давай домой, говно. Бах, бах. Чё, всё? Музыка должна. Нет. Так, я сюда. Хотя это не очень удачная идея. Ну нет, нет. Просто бахают. Давайте по одному ко мне. Сволочи. Ну ладно, вот эти столбы как бы непробиваемы хотя бы. Давай с лука. Бах. Чё, больно, да, блин? А знаешь, как мне больно? Похер просто. Ай, вот это лох. Надо поджечь стрелу, короче, тогда будет профит. Так хотя бы не загорятся. Бах. Ай, всё промахнулся, всё промахнулся. Просто всем, чем можно было, промахнулся. Бред, что за херня? Почему не попал? Тут попал. Тут неплохо. Куда он бежал? Все? Угу. Катсцены. Угу. Да старика нахер не бросай. Хуя, дедок там мощный, кстати. Уворачивается как. Троих ушатал. Дедок-то лучший.
Я тут думал, как-то дед переодет, а он молодец. Найдите вход в цитадель братства. Что за братство-то вообще стали? Братство кольца. Надо добраться до дворца. Вот это дворец? Шо я... А-а-а. Шо есть дворец-то? В наше время-то. Патроны, стрел. Стрел-то просто нихера себе. Так, двадцаточка патрон. Мало-мало. Очень мало. Не знаю, что на этом двадцатку можно сделать, блин. Убить 20 человек. Так, ну-ка, тут есть что-нибудь? Ни хрена тут нету. Понятно. Походу, сейчас оборвется. Это не зря вот эта скала. Угу. Предсказуемо слишком. Давай, давай. Давай, цепляйся. Бах, хорош, интересно, кто это? Бах. Прикрываю, девочка. А Фрод. Девочка. Girl. Все больше не прикрывает, да? А, нихера, сейчас снайпер элит. Да ты не отвлекай его, блин, пускай. Красавчик, рот, чем могу сказать. Старый упрямец. Блять, крут. Это все из-за меня. Угу. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти. Все это из-за тебя. Помянем старика, когда выберемся отсюда. Помянем, чифернем заодно. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Я прикрою всю зону до самых стен дворца. Могёт. Отлично. Спасатели, вертолёт N88. Вертолёт? Ничего себе, чё, конец уже, что ли? Или бы ещё одного собьют? Говорит Конрад Рот с Эндьюранс. Вы меня слышите? Угу. Ты слышала? Нам летит спасательный вертолёт. Это отличная новость, Рот. Подай сезон, а я иду за Сэмми и остальными. Угу. Посмотрим, как ты вытащишь их. Как бы не помню, я недавно смотрел, конечно, историю серии Лара Крофт на Stop Game, но... Не помню, чем заканчивается, по-моему, какой-то херней. Душный такой, не особо хэппи-энд. Какого моста? Здорово. На вот этом, да. Можно, можно. Чё, прикрываешь ты меня? Чё делать? Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Угу. Вот это вот круто. Не знаю, насколько сильно, конечно, ты меня прикроешь. Брау. Насколько полезным ты будешь? Ну. Прикрывание это хорошо. Что это за белая ткань? Обычно белым помечено все, где можно прыгнуть, что-нибудь захватить. Схватиться. Блять. Неожиданно так было. Внизу Ларка бегает. Я уже пришел. Готовьте жопы. Готовьте жопы, скотины. Сейчас всех нахер накажу. Да замечательно, ему только не отвлекай, пожалуйста. Заследи за вспышку. Стою, стою. Угу, угу. Командная работа, тимплей. Стой, подожди, еще не время. Угу. Давай, давай, бегу, бегу. Стой, подожди, подожди.
Ну что ты, козла? Все в порядке. Спасибо, что прикрыл. Теперь по прощате. Это все? Лара, берегись! Хорош. Я. Вроде как. Сука, сейчас вы все сдохнете. Ага, все, понял, куда бежать. Понял, блин, ну понял, бегу. Почему я упал? Почему он не прыгнул? Я же нажимал, просто спамил по пробелу. Давай, 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 давай. Опа, ну ладно, тогда буду прям спамить, спамить. Ё-мо, опять Uncharted подъехал. Успеваю. Все, соточку опыта за этот путь такой, приключение вот этого. Странно. Так, я сейчас как заряжу пистолет и начну просто крошить, крошить, не щадя никого. Чё она там? Залипла-то. Не обожгись. Ларочка. А то она пару раз у меня умирала просто головой. Бам, а прутик. Г-г. Крыса. За это опыт... А, не отдают. Да, блин, не, не стоит их убивать. Вход в пещеру. Так, ага, не туда. А тут что у нас тогда? Помидоры растут. Или что это, я не понимаю. Лучок. Хотя лук вообще в земле растет. Помидорчики. Хурма. Maybe, maybe. Что-то достал лук. Ну, культ какие-то сектанты, походу. Свидетели Иеговы. Ну, почти угадал. Мне кажется, это одна хуйня. Блин, я мечтать покинуть, я бы ушел просто, если бы мечтал покинуть какое-то место. Вот этой девушке, по-моему, пиздец. Вот хотел, короче, не смотреть историю Tomb Raider, но почему-то посмотрел. Бах. Почему не в главную? Почему какую-то, блин, пешку душную? Я не понимаю. Бах, на! Бей бабу по ей лицу. Это тебе за Владимира, блин, да. Че, русские? Русские, что ли, да? Russian. Водка. Балалайка. Владимир, Дмитрий, Николай. Чего от меня хотите-то? Козлы. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Да. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Ты идешь нахер. Я тебя убью, брат. Мне кажется, она будет гореть. Ты что-то перепутал. Зачем? Что это за мува-то? Странная. Хуя там сейчас ветер, сейчас огонь-то разгорится, да.
А затушили? Это она. Скоро, братья! Скоро! А, это какая-то проверка была? Типа императрица или нет? Угу. Это будет моя борьба, йоу. С угнетателями душными. Ух, сука. Чё, левый, правый и всё. Вниз прыгать будешь, да? Бла, в кровищу всю утро. Угу. Тупо волосам покер, волосы чистые, просто как не знаю что. Откуда здесь столько крови? Крови. Ну я сейчас готов. А, у меня патрон нету. Одна стрела, да? А, нет, ни одной стрелы. А, у меня только лук. Тупо лол. Ну, значит, в рукопашку. А, вот, сейчас дадут. Я только хотел в рукопашку пойти. Ну, это было предсказуемо, слишком легко. Газ какой-то. Возможно, да. А я должен типа успеть. Кек. Конечно, я трачу, ну, блин, нерационально. Стрелы. Ну, мне похер. Согласен. Так. Че качать-то будем? Боец. Мастер выживания. Так, мастер выживания, что тут у нас? Так, ледорубу можно нанести уже ужасные вещи. Нормально. Атака с уклонением после ворота от атаки противника в колено, чтобы он потерял равновесие. Блин, вот это, мне кажется, круто звучит. Shift и это по этим, по щитам. Если это будет работать по чувакам с щитами, то это... Замечательно. Так, что качнуть-то? А, мне ж ничего качать, мне ж ни хера нет. Снайпер, куда эти, сволочи? Книжный червь. Достижение. Ну-ка, что это вообще все достижения значат? Ну-ка, хочу посмотреть. Обожаю достижения. Враг должен уронить динамит, так чтобы взорвать. Взрывом убить. Кого там? А чтобы убило двоих? Так, хищник, уничтожьте выстрелом из лука 50 врагов. Книжный червь на 10-25% документов. Такое. Никаких золотых достижений нет. Редких. Кто это? Опять крыса? Крысы такие жирные, я в шоке. Да не дергайся я. Давай бегу. Ужасно, да. Но я бегу. Бах. Че это кто? Это враг? Или не друг и враг, а так? Че тут? Тут везде газ. При этом там был какой-то фонарь на огне. Неплохо. Так, артефактов нету. Значит, бежим дальше. Боеприпасы, боезапасы, помидорчики. Угу. Спалился я. Бах, ну вот это вынесло чувака.
Давай, бам, нафиг. Хедшоты. Хедшот. Давай. В маске в какой-то. Маски нам не страшны. А вот пулемет страшен. Как бы маски не пулемет. Пулемет не маски. Блять, куда я? А, я прям на динамит. Че, попадают? Нету больше ни хрена, да? Да хилься, хилься, автореген. Гори, скотина. Похер вообще. Похер вообще, просто расстрелял. Ну и бред. Ну ничего, сейчас я налутаюсь, тут сразу всех вынесу. Так, да, интересно, получится по стелсу? Всех расстрелял пока хедшотами. Бах. Чё, похер ему. Давай, блять. Да ёб. Макарёк. Да ё-моё, как так-то? Что за шей? Булщит какой-то. Ну все, походу, какая. Ну нет, нет. Не хочу умирать. Я хочу жить. Все, ГГ. Давай, давай, давай. Хотя бы сюда. Сколько стрел? Одна стрела осталась. Ну все. GG. Да умирай. Давай, давай, давай. Найс, сволочь, завалили. Че тут? Походу мне ледоруб в голову засунули. Мой же. Чего ты? Еще не спалили? Оппортунизм. Ну че, это не палевно было? Эти вопли чувака. Не хотела я этого писать. Угу. Может так получиться, что ну, хотела писать, но написала. С тобой у меня не будет. Твоя мама сухарик. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знал. Все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Кондорота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Это Алиша. Кто такая Алиша? Ай, блин, что-то... А, острый сухарик попался пить. А, ну, что-то накрыл. Где эти паскудные масочники? Чё? Неужели они не заспаунились, получается? Меня чуть не убило клеткой. Счастье клетки. Было бы угарно, на этом бы история Лара Крофт и закончилась. Не у Лара Крофт. Умирает от взрыва. Чё, китайский? Вэйр.
на японский. Ай-яй-яй, стоять, стоять. Соберем, соберем. И не впадлу. Правда, мне качать уже нехуй. Нечего. Все оружие мне отобрали. Мой пистолет вкачан. Что, что лампочка перегорела? Че непонятно. 25 стрел. Боже мой. Ай, сволочи. А вот эти, сука, козлы. Теперь они здесь. Теперь они здесь. Хра! Бах! Давай, давай, давай! В рукопашку! Ну-ка, давай теперь. Теперь надо по головам стрелять. Ну, ё-моё! Хилимся, живем, что могу сказать. А-а-а. Даже так. Отстрелили мне руки, блин. Да козлы, блядь. Чуваки, кого-то имба. Кого-то не контрится. Блять. Да ё-моё. Ей конец, блядь. Сволочь, ну все, я сейчас всех нахер расхерачу. Просто моментально заебали. Стоять, сволочь. Соси, гандон. Заебал. Чё ты, ё-моё. Не нравится, ё-моё. Вот и все. Легко и просто. Стоило только один раз подгореть. Но они жесткие, блин. Тут как бы, конечно, ничего не скажешь. Так, запаслись стрелами. Куда? Назад, походу. Походу, вот туда. Нет, не сюда. Может, вынести надо дверь. А, все, вразумил, что спиватует. Или не вразумил. А, да-да-да, все, понял. Так, опять помидорчики. Так это точно помидоры-то вообще? А, шиповник? Да? Ладно, пускай будет шиповник, насрать. В принципе, это не имеет значения. Нет, на, давай потушим. Хотя нет, давай зажгем. Сука, души козла. Души падлу. На тебе, рассвет, как тебе такое? Просто сколько тут? Пентакил. Рампейдж, блин. Пятерых просто вынес. А что написано-то? Нажмите, чтобы подобрать. Эх, не узнаем мы, что это. Никогда. Останется погребенный тайнами во мраке. Угу.
Так, собираем. Опа. Бах. Ну не трави ты себя. А тут зачем? Сломать надо вот это говно? Не-не-не, стой. Ах. Не понимаю пока что. Еще нам, мне кажется, надо расшатать. А. Ё-моё! А я и путаю. Бах. Ну-ка, блин, жалко, жалко, ё-моё, надо было встать под этой фигней. Беги, сука! Давай, давай. Чё, опять куда-то падаешь? Постоянно, это, по-моему, твоя судьба. Какие-то газовые пещеры. Не, блин. Все, всех троих просто. Разом. Кат-сцена подъехала. Угу. Вот Ларе, походу, не весело. Ой, блин, сквозь город трупов, газа и говна, кровища. Кстати, она отмылась уже где-то. Мы вот в воде были? Да, грим этот или дедуля, он пожертвовал. Умер как герой. Да погодите, сейчас я вас освобожу же. Сейчас освобожу, да куда вы торопитесь-то, ё-моё. Ой. Я думал, я умер. Да сейчас попытаюсь. Чем? Ща. Подождите немного, я всех вытащу. Я по огню бегу просто на похуй. Чтобы мне вообще посрать огонь вообще. Вода, медные трубы насрать на все. А вот, пропустил немного. Мы не будем раскачивать. Да, прыгаю. Че, мне надо прыгать тут? Ай, схватись. Баптист. Так. Не так. Куда-то дальше. Блин, я ж не долечу. А это, ну, блин, как захватить? Как? Это вот сюда идет.
по-моему, что-то с этим. Блять. Угу. Все правильно. Хорош. Что там, лава? Магма? Сейчас я вас освобожу, сейчас я отпущу вас. Да, не годится. Так, что? Пиздец, что всюду взрывается так. Давай, давай. Да сейчас, погоди ты, бомбро. Вытащил? Хорош. Бегите отсюда. Бегу, бегу, бегу. Сэмми Уитман. Кто такой Уитман, блин? Что-то вообще... Что-то вообще... Не в курсах, как такой Уитман. Надеюсь, кто-то нормальный. Да, 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 бегу. Бегу, бегу, бегу. Скоро прибудет, что скоро конец, что ли, так быстро? Как-то слишком реактивная игра. Не, ну до сюда я точно не доходил. Это вообще не помню. Слово совсем. Даже когда стрим смотрел, ничего не помню. Давно это было. Давай, бегом, бегом. Сейчас, погоди, лут соберу, лутецкий надо. Ты с одними стрелами как бы далеко не уедешь. Че, ты убегать решил? Не, скотина. Стоять. Всех, блядь, убью. Вы не выживете, блин. Так куда ты, ё-моё, на управление, конечно, тут жесть. Бах. Кинчик подъехал. Давай, 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 быстрее, быстрее. Вот только вот так, блин, передвигаться. Бега да бега нет. Всякими кувырками. Ты мне теперь... Прыгай, давай. Ага. Паркур подъехал. Ассасин крёт. Ассасин крёт. Всё, чувак сам ликвидировался. Что-то ему не понравилось. Чё? Я тоже. Мне тоже что-то не понравилось. Решил свидеть. Да беги, беги. Так, бегом. Тревога, мы в ловушке. Как бы, да, нехер взрывать газовые потоки. Че, ну где императрица? Храме. А вот захватилось. В прошлый раз не захватилось. Я не понял почему. Так, куда теперь? Ну, все понятно. Блин, только хотел всех этих тварей убить. Потому что они не должны выжить. Всех на костер. Паскуд. Угу. Никто не уйдет. Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует? Магия-то, когда так самолет летел, никто не уйдет. Что за карту намутила? Да давай казнить. Блин, не успел. Опаньки. Сука, догоню, всех убью. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я сейчас умру все равно. Толку-то, блин. Чем, если теперь надо убить?
блядь. Давай, сейчас снизу так эти нахрен. Через затылок выйдет стрела. Давай, давай, поближе. Еще не убил? Не попал. Сейчас попал. Я слыхал прям вот этот. Ну давай, давай. Где эта козлина с пулеметом, блядь? Ладно, хер с ним, да, беги. Сейчас опять вот эти они вылезут, нахрен начнут крушить всех. Так, ты кто? Лара, ты жива? И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть вам угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Это бред какой-то. Ну, что я мог сделать без оружия? Это какие-то наебщики подъехали. Убейте этого козла, он меня бесит, я не знаю, он какой-то душный, блин. Культист. Я не хочу быть избранным. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Кто такой Пимика? Кто такая Пимика, блин? Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие. Ты ищешь причины. Матиас? Там, где их нет. Да ё-моё. Долетят, все, что надо. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь ловушки. Нет, 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 мы уйдем от тебя, пиздец, как бы, чувак. Ты дурак, качек конченый, я ему это просто, блин, не пробовал, походу. За какой? За... Чтобы циркулярную пилу поместить нахрен на палку? Вот это жезл. Дмитрий. Злой русский Дмитрий. Дмитрий, типа пиздец. Дмитрий. Вот и все. Даже мне ничего не пришлось делать. Да, все нормально. Maybe baby. Уитмен. Уитмен. Он уже вас всех слил, гандон. Угу. А, нет. Тогда ладно, тогда Уитмен красавчик, раз не слил. Ну куда он так быстрее нас? Быстрее батьки в пекло. Сволочи, он козлы. Пиздец. А, калашек дали. Полол. Сука. Сейчас хедшоты буду. Давай, давай, где вы, сволочи? По бошкам стреляй, по башкам. Да боже мой. Давай, давай. По одному залетайте, сволочи. Всех убью, один останусь. Все, они еще до хера патронов. 120, это 4 обоймы по 30 патронов. Либо 3 обоймы по 40 патронов. Либо 6 по 20. И так далее. Либо 12 по 10. Еще кого крушить, куда бежать? Сюда. А, дефт, я понял. Ух, ебать.
Думаете, я вас не переиграю? Думаете, я вас не уничтожу? С калаша-то, блин. Твоя маска не такая уж крутая. И сам ты. Спастись из пекла. Не. Нет, где тут начало-то спасения хотя бы? Или просто выйти в дверь? А, да, просто выйти в дверь. Ненавижу, когда в лицо светят так ярко. Ярким пламенем. Ярким светом. Че, калаша нет? А, все вернули. Все, да, с пистолета начнем. Где там? А. Так, я вон сейчас нахрен соберу патроны, всех убью. Блин, нет. Хорош, хорош, хорош. Вот это неплохой скилл. Блин, понажгли меня. Тушись, свет. Так, собрали тут лут. Хуй, чуть дробовика меня не убили, шотнули бы. Давай. Бахте в колено, козел, да, против щитов работает. Замечательный скилл. Просто лучший. Угу. У нас стационарный пулеметик подъехал. Я так полагаю, это босс, да? Ничего себе. Могёт. Умеет. Практикует. Блять. Дом-то, я думаю, не снесет то. Хотя, с такого пулемета, ну, дом уж не снесет, ну, блин. Пробить-то нельзя должен. Ну все, сука. Добей, добей его. Финишим. Бах, бах. Дура, блядь. Косой. Что делать? Ты гранатомет. Сейчас погодите, надо отвлечься ненадолго. Так, гранатомет. Нет, гранатомет мне не нужен. Это все для... не для нас, как бы, это точно. Так, а или нужен все-таки? Для чего он? Как его взять-то вообще в руки-то? Нажмите А про прицелим, чтобы разрушить металлическое предмет. А. Чё из калаша? А, это подствол, я понял, подстволка. Я сейчас всех вас приеду. Ты я, короче, да?
прикончу же, реально. Не жалей никого. Ёп, ты теле меня прикончил. Рикошет. Твою мать. Ебись ты в рот. Ай, сволочи, убили, е-мое. Как шавку, блин. Дешевку просто развалили. Она из дробы, я понял. Я понял. Интересно, а у лука есть подствольник теперь? Мне осталось только сюрикена реально метать ему, и все. Очко. 21. Хедшоты. Так, сюда гранатку. Похер, это что за граната такая? Это ватная. Не долетает. Тупо лол. Вообще понятно, это не гранатомет, а это говно. Игрушечное. Как-то бронированный пост попался. А вот тут еще гранатки. Наверх, да. Вот лагерь подъехал, наконец-то прокачаемся. Уже два навыка целых. Два навыка. Так, это что у нас? Так. Мастер выживания, охотник. Боец, боец. Так, после ворота атаки воткните стрелу в это. Мы сделали удар в сбок. Во время удачной контратаки после клонения вы можете мгновенно убить легко бронированного противника. Тоже замечательная херня. Будет выбегать какой-нибудь. Падла, блин, мы вот так уворачиваемся и просто в колено, в голову, куда угодно. Так, тут все вкачано, ничего, все закрыто остальное. Так, увеличить скорость лазания и уменьшить урон падения, это нормальная тема. Вы лучше ориентируйтесь, просто останься, потом другие не заметят, что это, не знаю. Но сначала вот это. Будем лазить просто как настоящий Спайдермен. Спайдермен, Спайдермен. Ладно, давайте калаш качнем. Поскольку это уже калаш, уже можно качнуть. Так, все качаем. Похер, без разбора. Он ли глушик? Глушак. Экстрактор какой-то. Так, два магазина с креплен скотчем и лишняя скорость перезарядки. Вот это нормально, это как в этом, в Point Blank. Не. Да, как в Point Blank. Где-то дробовик улучшился. Дробовик улучшился. Лучше пистолет дали красивый, блин. Дробовик-то нахера мне. Я им не пользуюсь, ну-ка. Ну, дробовик как дробовик. Он же лучше какой-нибудь Desert Eagle там, блин, дали. Это не похоже на Desert Eagle. Eagle. Ну-ка. Нет, нету подствола. На что я рассчитывал? Под стволку у лука. Че это такое? Идем с нами. Мы тебя не обидим. Да, мы тебя не обидим. Сука, я сейчас всех обижу. Беги! Да что за хрень? Так, давай тогда. Калашик сразу же. Куда она делась? Еще она скрылась, что ли, от вас? Ну, бесполезно, я моя, блин, типа наберут по объявлению военных. Потом мучайся с этими дебилами. Хедшот. Давай, ёптать. Ёптать. Выбежал как-то на огонь открытый. Перекрестный. Так, что у нас тут? Патроны. Гранаты просто везде лежат.
На помощь. Давай, давай, давай. Нет, нет, нет. Хорош. Не, ну сверху это... Где эта козлина? Что-то я пропустил. Там? Угу. Давай, давай, собираем припасики. С лука, ну блин, вы вооружены только луком уже, но не то. Супер неожиданно. Откуда взялись, просто непонятно. Ну, не растерялся, всех убил, всех убил, всех просто кокнул. Вах. Чего я вот сейчас растерялся? Вот он гранатку. Давай, расстреливай, козла. Пробежать хотел мимо меня такой. Проныра. Не-не-не, мы таких проныр как бы, блин, не щадим никого. Всех уничтожаем. Угу. А, и не разби, да, фонаря, понял. Сука. Сик яблучный. Че, я просто пробежать? Бах. Хорош. Ну-ка, тут где-то был падла. Угу. Так откуда они тут бежали-то? Сволочь, ну нет, нет, нет. Ох, если бы сейчас попал мне... Была бы смерть. Ну давай, Хильсин, быстрее, быстрее. Не, не. Попали в воздухе. Угу. Чоки. Что делать-то? Я должен гранатометом отсюда попасть, что ли? Выстрелить из гранатомета. А может ближе она подойти, я понял. Сосата был. Мне кажется, теперь это не Лара Крофт, а Рэмбо Крофт. Я просто в шоке. Да-да-да, его как... Хотя с ней там можно, она же типа это... Богиня. Или она внешне только богиня. Или как... Пимика. Так, калашек. Так, это он уже с глушителем, да? Ну-ка. Как с глушителем одеть-то? Если он с глушителем, то какой-то он слишком громкий для калаша с глушителем. Ну ладно, хер с ним. Если тоже все к концу идет, то как-то слишком какая-то экшоновая игра, вообще пипец жесть. Ни загадок, ни хрена. Тупо only action. Как бы ничего кроме экшена тут нету. И слишком короткая, потому что ну как-то... Как будто к концу идет все. Ну-ка, ну ты же быстрее научилась прыгать. Давай, давай. Особо там, блин, веревкой вел с этими. Потом что тут этот? Не используется лук особо. Пару раз буквально, когда мы такого получили, все. Дробовик особо не используется. Я не верующий, ну и что будет мне? Давай, давай, скотина. Всех же казню. Давайте, 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 давайте. Просто непотопляемая Риля. А потом на их, да, я помню. Не. На тебе, козел.
Ё-моё! Всё стреляет, пердит. Хорош. Бах. Походу всех, кого спасли, сейчас они и разом рипнут, блин. Нахера спасал всю игру. И даже вот этого чувака не убил пока что. О, блин. Экшон. Не знаю, в Uncharted, конечно, не играл, не смотрел, как бы, может, там то же самое. Но там, блин, по-моему, загадок есть. Последний какой там был. Там где с братом, вот я вот это чуть-чуть играл. У друга. И все. Давай, давай, ну блин, я качнул, зачем? Что ты быстрее лезал, зачем? Просто так, что ли? Давай. 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 Быстрее, ну ты чё? Давай. Сука. Быстрее, блин. Все, здание рушится, валится, блин. Сейчас черепица посыпется, или как называется это говно. На крышах обычно. Рот уже в вертолете. Угадал. Давай, да я-то смогу, как бы, а вот сможем мы взлететь, это все-таки японцы еще. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Хопа. Ай-яй-яй. А, нихрена себе смогла? Не, ну конечно, я знал, что он не умрет, но, блин, мало ли. Опять упадет там как-нибудь. 100-500 раз. Угу. Вон наши приятели. А нам насрать. Ну тогда мы умрем. Она вот не любит церемониться. Смотри. Уже на угрозы пошла. Не, ну два крушения за игру, ну такое. Бедный японец. Че, минус нога, отрезай ее нахер, блин. Я вообще не удивляюсь, как ты ходишь, блин. Что давать? Что давать? Решил поцеловать? И за сиськи помацать. Минус пилот. Пилот хотел всех спасти, а он уже... Какой пилот? Уже третий умер. Вот это сейчас главный стомагавка. Ну все, мстить осталось только. Бедный рот. Рот у ГГ. Че рот, рот? Yeah.
Да сможешь ты все, ё-моё. Не ной, блин, ты уже смелая, блин. Да, вот, я тоже говорю, все ты сможешь. Да, это как минимум, во-вторых, мы столько уже прошли. Столько их перебили, в соло, в Солянова, никто нам не помогал. Никто. Из-за кого? Из-за погоды душной. Не знаю даже, как раньше. Не, ну на этом на майке написано Бакс. Фрихангер, надеюсь, Бакс. Как воин, как весь мир его похоронили. Как Квайгона. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Это, я так полагаю, айтишник. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров — одна сплошная аномалия. Да, тут какие-то каменные статуи ходят, всех херачат. Ну, Петя Гланс. Ты считаешь, что интуиция — это слабость, но это сила. Петя же Гланс, похоже, по крайней мере. Не уверен точно, походу, да. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Где? Ждем, на берегу моря? Мы никуда не уйдем без тебя. Угу. Блин, а кому-то ДГГ, я думал, как кореянке вот этой. Держи при себе. Хер, пистолет такой большой, больше, чем рука. Я, конечно, не знаю, сколько, какие пистолеты по этому, по размеру, но мне кажется, они такие гигантские. Ну, весь мир умер, все. Хотя это, получается, весь мир похоронили как рот, потому что весь мир-то умер в 2015-м. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с императрицей Солнца. Да, Солнце. Нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бури именно там. Да, это, бля, мозг операции нашей. Умеешь, могёшь, так надо. Иона! Рейс! Чёрт возьми! Я должна была пойти с ними. Угу. Чё, вепр теперь дали? Что за вепр? Новый пистолет? Он же похож на Desert Eagle? Ну, может быть. Хотя такое надо проверить, работает вообще у меня. Стрим, как бы. Так, тут работает. Тоже. И тут тоже. Везде все работает. Так, погнали дальше. Убивать супостатов. Кролик.
Ну ладно, задоджил кролик, кролик молодец. Так, чё у нас тут? Угу. Китайский кинжал, японцы, блин, азиатская культура подъехал. Во второй части будет коммунистическая культура, да? Коммунисты там будут, насколько я помню. По крайней мере, серп и молот точно. Так, куда? Угу. Давай, давай. Тихо, Лара. Так, тихо, кто там опять? Господи. Опять понабежали. На дерево переждать? Давай, следующий. Что теперь, собаки еще будут? А, это волки напали позорно. Ёп! Не ожидал. За волков еще опыт дают, блин, когда освежуешь тушу. Да ё-моё, хрена себе, со всех сторон какие-то из-за леса, за гор. Как не попал-то? Все ж красиво это было сделано. Бах! Блин, почему нет тут у ворота, чтобы убить животных? Пипец, какие они толстые. Выдерживают просто только пуль. Волки за этих культистов странные. Ну ладно, ладно, хер с ним. Ай-яй-яй-яй-яй. Блять, ну нет, 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 ну куда ты? Стой. Да ей конец, да я. Да уж. Сука, калаш, сейчас возьму всем пиздец. Стой. Какой тихо, все, блядь, стоять. Твою мать. Так, сейчас всех закрошим. Давай, давай, потихонечку, по одному, сволочи, самое главное, по одному. Хотя, как у меня автомат в руках, можно и, блин, толпой сразу всех расстреляю. Чтоб уж не мелочиться ему. Угу. Расстрелял. Козлы. Питоны душные. Че это такое, грибок? Меня спалили, да? Да. Ну, давайте сюда, сволочи. Блин, ну и звук, будто волколак нападает, рили. Да ё-моё! Ненавижу этих с автоматами, они просто, блин, бесят. Что-то моя? А еще и на пробел гранаты кидают. Твою мать. Расстрел, давайте расстрел. Нет, их слишком много. Вот сейчас расстреляют меня. 9 патронов осталось, да? Бах, бах. Все? Еще, еще. Ну-ка, срочно лутаться. Показать ешь небольшое. Давай, давай, козел.
Я не понимаю, почему он так много выдерживает выстрелов в себя. Сраный волк. Ну, у них и глаз, конечно, в темноте, сквозь деревьев, просто все видят. Просто, блин, все. Я отлично ни хера не вижу, кто это, блин. Козел, давай, блин. А вот попал. Так, что это значит? Нет. Значит, можно где-то сделать канатную дорожку. Из каната. Обо что я зацепить? Че такое? Фонарик в воздухе. Аномалии подъехали, аномалии. Так, наверное, мне сюда. А если не сюда, то секреточка. Гробница новая. Ага. Угу. Хай вам просто помогет. Так, дальше куда? И все это ради чуть-чуть запчастей? Все, да? Рили? Мэн? Не круто, я думал, тут что-то будет поинтереснее. Хотя бы гробница еще одна. А тут херня. Говорят, соси. Куда? Так, дробовичок. Блять. Я думал, в прыжке надо. Угу, подобрали. А это уже гробница получается. Ай-яй-яй, упал. А, нет. Херота какая-то. Угу. Чё-то мне похуй, блядь, ну как так-то? Я не понимаю, как запрыгнуть вообще. Двери нахуй. Блять, давай. Хорош. С третьего раза. Угу. Так, а тут у нас чего же тогда? Просто ради херни какой-то, ради 5 опыта, да? Вот это вот всего. Так, короче, понятно. В жопу это все говно. Нет, прыгай, дура. Валим нахер отсюда, короче, по заданию. 5 опыта. Что это такое вообще? Непонятно. Сейчас будет очень много мертвых солдат. Еще двое, как минимум. Трое. Это хедшот. Бах. Это минус трое. Блять, ну еще. Еще. Сюда иди. Псина, блять. Сюда иди. Ненавижу собак, блять. Козлы, блять.
Собаки, блин. Сука, вскрыл бы каждую. Ну, по крайней мере, злые собаки. Добрых собак я люблю. Они милые. А злые вот не милые нихера. Так, чё? Всё. Куда, куда? Ведьмачья, чё тебе, подскажи мне. Да ё-моё, не запрыгнуть. Есть что, впадлу. Интересно, их выломают то, что они уже загнили, трухлявые двери. Или потому, что она мега сильная. Опа. Ах, мега мозг. Ну да, че нет-то? Думаешь, волков разводить не круто? А, нихера, кто-то может их убить хотя бы? Да. О. Тогда покачаемся. Халявный это опыт не помешает. Сука, так я с вами таких падла. Как вот эти волки. Ай. Че, спалился? Ну, последнюю псину-то убить, ну. Последнюю, да. Все? А вот ты еще скользил. Все, тишина. Блин, кто там лает-то постоянно? Хера, утонуть их можно? Нет. Жалко, жалко был бы халявный опыт. Блять. Да ему, я же всех убил, почему там еще звуки-то остались? Супер непонятно. Ай-яй-яй. Да давай, 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 аккуратно. Блять. Ну и управление, конечно. Хотя я в Assassin's Creed играл в первый, блин, там тоже жесть управления. Как же она медленно ползет по этим пещерам, я просто в шоке. Так, а куда мне? Так, в ту сторону. Значит, мне сюда. Да? Да? Окей. Так, тут ни хера, даже секретки никакой нет. Ни гробницы. Странно. Вон, конечно, свежий воздух. Трущоба, опять трущоба. Мя. Трущоба, фу. Смыло, так сказать, как по трубам кое-что. Да-да. Я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии.
Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Сейчас приду. Будь осторожна. Они тоже на таком же пути пошли или что? Почему мы так идем? Они как-нибудь адекватно. Я могу на фаст тревел, если что. Вон, или на фуникулёре. Нужно меня к берегу выведет. Чё, экшон сейчас будет, да? Экшон? Экшон? Да, сюда. Ме. Так, у нас тут на каждом есть столб. Значит, надо будет что-то с этим столбом делать. Логика. Даже прицелиться нельзя, значит, стрелять не надо будет. Канатная дорога. Угу. Не, я в тумане, как ежик. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я богиня же солнце была, не? Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Ничего не говори. Что с волосами у нее? А, типа воздух. Я понял, я понял. Физика. Хэйворкс, NVIDIA. Бля, чё, куда это? Чё происходит вообще? Чё это такое-то? Это баги? Графические. Что за херня? Солнце то гаснет, то включается. Да, я шарил, я так и думал. И че, куда дальше? Все, я заблудился. А, во, все понял. Ту пипец, теперь активация Windows задолбает. Экшон подъехал опять. Давай, давай, бах. Вот сейчас она только недавно появилась, эта активация. Не. Надо. Давай, давай, давай. Пистолет, бах. Чё, это чай? А это бомба, ни хрена себе. Я думал, чай. Ну и бред, конечно. Давай, давай. Мимо, блядь. Сука, похуй, с лука стрелять тогда. Будем как Леголас. Че это за лучи-то? Меня ж отвлекло. Я же думал, ядерный лазерное оружие придумали какое-то. Ай, зря так вышел. Давай, высовывайся, высуни, сука. Пустил. Где калаш, короче? Задолбали. Вот вам гранатку.
туда еще гранатку. А тебя с калаша расхер. Нет, опять стационарный пулемет уже когда. Не буду продолжать мысль. Нет, весь дроп. Пипец, она просто уже спину бы сломала миллион раз. Угу. Наверное, он вверх стреляет, но ты, блядь, кончил. Давай, давай. Бегом, ну бегом. Давай, давай, давай. В прыжке, в прыжке, в прыжке, аккуратно. А, это нужно... А, я понял, он с другой стороны стрелял. Еще. Просто жесть. Охо-хо. Мне кажется, кто все это строил вообще и зачем. А, я пропустил, я лох. О, слоумо. А, я думал, понятно, я понял. Я понял. Слоумо. Слоумо. Дробовичок. Блять. Ну и жесть, слоумо. Слезь, 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 слезь. Дробовичок. Неплохо, неплохо. Думаю, вот, да, я тоже так думаю. Это получается сейчас за лодкой, потом поплывем куда-то или что? И опять в горы поплывем только? На лодке? Так, я на месте. Или что она хочет вообще? Так. Ну-ка, давай. Блять. Ну, стоять. Что это такое? Зачем? Что это? А, может быть. Сейчас, сейчас, сейчас. Хм. Бред какой-то подъехал. Такая-то загадка какая-то, я понял. Не валяшка душная, ну в жопу иди. Хер с ним, так это дополнительная миссия в жопу я. Как бы за 5 опыта, а тут мозг напрягать я не намерен. Вот за 25. Я бы еще потом, во. Тихо-тихо стоять, кабан. Сука. Конечно, это жестоко, но... Кабан же. Там опыта нормально, еще деталик дает. Полезный, как кабан. Черт, сейчас пока не могу. А, новое снаряжение надо. Что там, блин, крутое, что ли? Опа, мина. Или она взорвется? Угу. Одна из 10 мин. Это получается на этой карте. Крабовые палочки. Неплохо. О, пиратский корабль.
Так, куда мне? Куда? За новым снаряжением, я полагаю. Которое пустит меня в эту гробницу. Так, нет, не сюда. Так, ладно, давай качнемся. Есть же навыки? Есть. Помпа, водоробик теперь. Бах. Не грусти, все будет хорошо. Теперь мне тоже стало грустно. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка как-то связана с Пимика и этим монастырем. Самый прием мощного... Ой, самый мощный прием выживания. Так, это у нас что? Блин, выживание-то где? Стой, я запутался. Это какие? Так, это охотник, мастер выживания. Вот, выживание. Самые мощные это какие? У меня осталось два, это вот это и это. Ладно, хуй с ним. Так, тут что? Почти любого противника. Вот это тоже, блин, надо. Так, теперь качнем снаряжение. Так, дробовик, помпов. Нет, калашек. Блин, я думал, это глушитель, а это какая-то хрень. Кто-то, блин, пытается что-то завести. Дневники Лары, как-то это можно открыть, что ли, или что? Ну-ка. Документы. Навыки. Снаряжение, артефакты, карта. Ладно, я с ним. Кто-то пытается как жигу завести, я не понимаю. Хеллоу, пацаны. Ну, потрепаны уже. Маечка. Алекс пожалеет, что пропустил такое. А где Алекс? Пошел на Endurance с инструментами для рейс. Илона, давай запускай. Илона? Это наш единственный шанс, верно? Илон. Надо рискнуть. Илона, блин. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Илоне. Илонь. Конечно, понятно, странное имя. Гавайская, наверное. Какое-нибудь такое. Черт. Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Должно быть что-нибудь. Береги себя. Да еще береги себя, я после такого выжил. Тебе и не снилось. Я так полагаю, тут нам будет попрыгать. Прям упал, как игрушечная утка. Так, где еще мины? Сука, все найду, все разминирую. На самом деле нет, конечно, но хочется-то верить в лучшее. Ай, блин. Как вообще выглядит-то, кстати, дробовик-то нынче новый? По-моему, так же, как и раньше. Не разбираюсь, что-то. Так, мне куда? Угу. Да йо, стой, йоу! Бах.
просто об скалу её захерачил. Португальский корабль? Угу. Ну, деревянный, больше сотни, может быть, еще больше, может, 200. Тут эти гопники есть. Чё? Пока не заводили, даже не слышали, да? Давай, давай, скотина. Блин, я не ожидал тут никого увидеть. Я думал, тут пусто будет, тупо. Бегать, прыгать, скакать. А тут чуваки даже есть. Неплохо. Так, а чё, и куда? Чё нашла? Штакет, или как он там назывался? Чё нашла-то? Куда? Или на мачту сбираться надо? На якорь? Чем нашли-то? Чё надо-то? Куда? Я не понимаю. Так, это наш корабль, да? Тупо лол. Ой, бах! Ну как так, не понял, не понял. Давай, скотина. Бах, пока бежал, просто получил, блядь, свое тупое лицо. Даже две гранаты где-то намутил. Что нашла-то, я так и не понял. Че тут надо-то? Так, нос корабля. Нашла. А, якорь нужен? А, понял, понял. Вот эту хрень. Ну, теперь обратно. Легчайшие двое, просто легчайшие. Он один даже не заметил. Я одного убил, он такой, кэээ. Давай, давай, я вот тут, я уже умею. Бах. А тут чё, а, всё. Глупит меня по скалу какой-нибудь шваркнет. Но повезло, тут мелководье. Хочу на шлюпке поплавать. Чё? Плыву я? Ну-ка. Хорош. Ещё куда можно уплыть на ней? Непонятно. Зачем-то. Чтобы что. Наверное, куда-то можно уплыть, но в жопу это все. Это все не для нас, не для сверхразума. Только следы на песке.
Есть. Птица, давай-давай, сейчас с лука будем по ним палить. Охота. Чё, не попал? Really, man? Блин. Да, ё-моё. Да, как так-то? Я попаду. Тоже дело чести. Лол. Это троллинг подъехал. Это я попал. На, Петр Гланс, который Илона. Походу не вернется. Кого тут дефать-то? Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я экспортирую. Илона, блин. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Угу. Предатель затеялся, походу. Ну все, пиздец, я сразу кастрировать его. Послушайте, вы двое. Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Мне кажется, нужно сжечь его. Доктор, еще слово, не клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут переделемся, все погибнут. Ну, Петя Гланс все разрулил. Супер лук дали. Я его нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо. И он, блин. Не понимаю, это что, женщина, что ли? Почему Гланс озвучивает его? Композитный лук. Так, что там, там можно будет с уворота теперь убивать людей, шотать их просто. Почти любого. Так, ладно, надо небольшой перерыв сделать. Так, работает ли вообще все? Так, тут работает, тут работает. Так, ладно, пока небольшой перерыв. Сейчас скоро буду. Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь? Как бежали на запад их злобные орды? Мы полками месили кондорскую грязь, чтобы ярче сиял белокаменный Мордор. И бесстрашие всем, подавая пример под суровый хорал реактивного гула на закорках своих быстрокрылых химер. Краснозвездные наши летели на скулы. Гэндальф Югенд не спасся от оркских мечей, хоть просили пощады враги, подыхая, не считая потерь, не смыкая очей. Шли стальные когорты бойцов, рухая по равнинам Рохана. Сквозь море и ад был последний эльфийский эсминец потоплен на реке Андуин. Мрачный аскелеад занимали морпехи дивизии гоблин. Разве можно подобное взять и забыть? Олефанта сраженного трубчатый хобот, или то, как на площади Минас Тирит нам плясал под гармошку обоссанный хоббит? Из пару
обрубленных эндов сложили костер. Были двери и окна распахнуты настежь. И молился, и каялся гном-мародер, а эльфийки стонали: «О, дас из фантастиш!» И войны был закончен, кровавый этап победили, и дело осталось за малым: колдунов и преступный эльфийский генштаб беспристрастным мордорским судить трибуналом. И довольно гуманный наш был приговор в Колыму. Только Гэндальфа и Арагорна осудил на вышаг справедливый Мордор, в основном за участие в пидорском порно. Но случилась беда. Наш учитель и вождь, наш генсек Сауроныч, однажды по пьяни пизданулся в вулкан и сгорел не за грош, а всевластие кольцо растворилось в вулкане. И настала пора для сомнений и смут. Оклемались, окрепли позорные волки. Вот тогда накропал беспринципный Талмуд Сильмарил сионист по фамилии Толкин. Исторической правды не стало с тех пор. Мы теряли хребты, плоскогорья и шельфы и дожились, что непобедимый Мордор захватили раханцы, евреи и эльфы. Все закончено. Не пожелаешь врагу. Мы смирились, обжили глухие задворки во дворе на подтаявшем санам снегу. Хоббит прописью пишет: «Вы больше не орки». Мы ж читали взахлеб «Властелина колец», заучили неправду от корки до корки. Не случайно, что в Мордоре нашем пиздец, потому что мы больше не орки. Голубой бывает глаз, а бывает карий. Есть пассивный пидорас, а есть пассионарий. А почему бывает клёв и кому-то клёво? Знал историк Гумилёв, сын поэта Гумилёва. Пассионарный толчок в толчке просто закрывался на крючок. Я был обычный торчок и бесполезный дурачок, а вот толчок я философ и качок. Я был обычный торчок и бесполезный дурачок, а вот толчок я писатель и качок. Лупится небо, божий бич, этносы, суборасы. Лев наш Николаевич понял все про пидорасов. Этим привлекает нас звездный планетарий. Вот активный пидорас, он пассионарий. Пассионарный толчок, пассионарный толчок. Меня история поймала на крючок. Я был обычный торчок и никакущий мужичок, а вот толчок я философ и качок. Я был обычный торчок и никакущий мужичок, а вот толчок я писатель и качок. Весь мир театр, люди актеры, а я гладиатор. На арене, где песок от крови темный, маска на лицо из стали мне идет. Я не знаю, может я жертву, это нытье, или все живое, и перед смертью лишь стёб прозвучит. Но пока живой стёркер зачи, поднимаюсь по лестнице из метафор. Вольты бесятся, через хуй кидаю батл. Боец тот еще, рыцарь свободы. Петухи пищат мне 30, и я фальшивый, как ботокс Путина. Прокуренный голос уебонами, заебу тебя. Боб и микро, это дуэт, как у Арины Перчи и Артемона Пуделя. Делаю вещи, вечер, кутузы, кутерьма. Под поле моя тюрьма, спущусь вниз. Там нет никого меня, кроме всегда одинок пустынный лис Эрвин Роммель. Но вряд ли напугает кровь в бою пистобол. А
поросит юморист, как усатый казах Боров. Меня поразит голимыми рифмами, юморком из Одессы. Типа ростовского и в грима так и не научился писать тексты. А в рэпе уже хуй знает сколько лет. Напрягается, аж очко болит. А получается, как у Волочковой болели. Обставил даже рэпак Лев. Мы тут за третий, а там битва королей. Пусть жертвы, но такова система. Об одном прошу карандаш, послушай мою демо. Здесь бронзбойт на бите, хочу к тебе на лейбл денег. Нелепо, но иногда мне хочется поднять на рэпе денег. Но вижу всех этих мудил и ладошки потеют. Лучше буду один, так легче избежать нравственного падения. А разве не по теме я очередную хуйню несу? Думаю, разберется справедливый суд. Батл честен, блять, судьи хороши. Ваши батлы — экосистема. Я на вершине пищевой цепи, даже из судей котлету сделал. Смотри, я хищник, ты жертва. Атака справа, атака слева. Ваши батлы — экосистема. Я на вершине пищевой цепи, даже из судей котлету сделал. Смотри, я хищник, ты жертва. Атака справа, атака слева. Асид притворяется, не так. Давай. Асид притворяется добрым на позитиве и нападает тайком, как грузин на осетина. Я уверен, пока мы сидим, он у меня дис пишет. На проеб шестом жестоко обижен, а я что рыжий? Асид, тебя второй раз даже дисить неохота. Охранять закон директива рыбакопа. Тут и так Рэм-Гига устроит цирк с рыбаком. Этим сыпь по горло и рою подкоп. Все глубже подземный коп без сапог. Ведь уже слишком высоко забрался Боб. А я помню трио Марио, сосновый бор. А сейчас у меня даже есть фанат. Я как тот рейбой, что пришел на смену лысому. Мудаки, вы сами культ личности выстроили. Мне противно, лучше постою в стороне. Давай, братан, быстро ко мне. Я не люблю, если меня хвалят. Лучше концерт, когда весь зал показывает средний палец. Рэпер Хамиль лепит 3 балла. Вообще я за мир, похуй на ваш батл ебаный. Следите сами, кого в финале короновали. Я никогда не воспринимал батлы как соревнования. Хотят бабла отказаться, не варик. Но тут как вывезет кривая. Обычно побеждает тот, у кого в судьях корешей навал. Не ожидайте карандаша в пару, и пусть судит рэпак. Все равно разделаю, как бог черепаху. В этой системе ты жертва бабана. Ваш батл — экосистема. Я на вершине пищевой цепи и из судей котлету сделал. Смотри, я хищник, ты жертва. Атака справа, атака слева. Ваш батл — экосистема. Я на вершине пищевой цепи и из судей котлету сделал. Смотри, я хищник, ты жертва. Атака справа, атака слева. Моб 2012, Калик, Рома Бронзбойт на бите. Вечером, ближе к ночи, мне хамить начал отчим, и была зато ему наука. Отчего, почему дал пизды я отчиму? Просто отчим у меня сука. Отчего, почему дал пизды я отчиму? Просто отчим у меня сука. Подхожу с правой в скулу, он хуйнулся со стула. У меня прямой на вроде Стелса. Отчего, почему, но вернул я отчиму. Просто старый пидор допизделся. Отчего, почему, но вернул я отчиму. Просто старый пидор допизделся. Получил поеблу и лежит он на полу. Пузырятся слюни, точно бусы. Отчего, почему дал пизды я отчиму? Потому что отчим бывший мусор. Отчего, почему дал пизды я отчиму? Потому что отчим бывший мусор. Мне сказала маман, ты же, блядь, хулиган. Он же был тебе будто отец-то. Отчего, почему навернул я отчиму? Словно передал привет из детства. Отчего, почему навернул я отчиму? Словно передал привет из детства. На столе лежит планшет Reader, а в стакане стынет чай Липтон. А начальник у меня пидор,
подошел ко мне и говорит он, говорит, что за дела, Игорь, я тебя за тунеядство уволю. Повернулся и ушел, пидор, а вообще-то меня звать Коля. И за ширмы с выражением убийцы улыбается его секретарша. Говорила, что ей стукнуло 30, только выглядит на 10 лет старше. Подъебнул, ну что в журнале «Астролог» обещает нам для девушки Овна. Неудач, целлюлит, гинеколог, импотенты и собачьи бовна. Возле микроволновки Самсунга с бутербродами толпятся уроды. И жена моя была, сука, тоже делала мне тварь бутерброды. А потом я с ней развелся, паскуда, и отправил ее жить к теще. Думал, как я по ночам буду, оказалось, подрочить проще. На столе лежит планшет Reader, а в тарелке стынет суп Макки. А начальник у меня пидор, переделать ему нужно бумаги. А вот суп этот не суп, а блевота, вот с таким недалеко и до язвы. А была бы человечья работа, жрал бы это я говно, разве? Я гляжу на монитор коса, там Калигула идет, Тинто Брасса. Как похож актер на моего босса, хорошо играет он пидораса. Получил меня Питер Вайль, чтобы я кричал Зиг Хайль. Научил и Осип Бродский, чтобы я кричал уродски, ваше Гитлер Хайль. Фашисты, ёбаные фашисты, ёбаные фашисты, вы обманули меня. Хочу быть я антифашистом, я антифашистом, такая со мною хуйня. Делали гимнастику, рисовали свастику, сообщали регулярно, дескать, символ-то солярный, это свастика. Фашисты, вы же ёбаные фашисты, ёбаные фашисты, вы развратили меня. Хочу быть я антифашистом, я антифашистом, такая со мною хуйня. Брали нации извращенцы, что заебали всех чеченцы, заебали азиаты, шаурма и опиаты, выслать нахуй всех. Фашисты, вот так рассуждают фашисты, ёбаные фашисты, 20 века чума. Хочу быть я антифашистом, я антифашистом, а всем фашистам тюрьма. Брали общество отбросы, что пиздят нефть единороссы, что евреи олигархи доведут нас до анархии, нужен русский бунт. Фашисты, подчеркиваю, так рассуждают только фашисты, ёбаные фашисты, они рассуждают вот так. Давайте, давайте мы всех расстреляем фашистов, мы всех расстреляем фашистов.
сразу наступит ништяк. Подучил меня Питервайт, чтобы я кричал Зипкайт. Научил и Осип Бродский, чтобы я кричал уродски, ваше Гитлер Хайль. Почему по жизни все не так? Ах, почему одна, а не бок о бок? Не понимает женщина мудак, переживает женщина уебок. Никто не дарит денежный знак, не достает подарков из коробок. Курит женщина-мудак, а на балконе женщина-уёбок. Так, 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 возвращаемся. Так, тут все работает, тут тоже работает. Так, и тут все работает, все замечательно. Бля, не переключился за сцену нахер. Сейчас там с новым луком будем бегать, всех просто разносить, выдавать всем пиздюлей. Так, сейчас надо только чекнуть, работает ли все. Захватил ли куда все четко. Так, да. Угу. Новый лук пригодится тебе. Да, да, да. Так, где тут была гробница? Хочу гробницу фараона. Так, на карте она отмечена? Да, вот она. Вот тут. Вот она. Ну-ка, давай оценим, насколько он мощный. Нужно найти что-нибудь покрепче. Хм. Тогда я не понимаю, что тут нужно для этого лука. Ну и хер с ним. Разберемся там, я думаю. Давай, давай. Так, во что? А-а-а. Ничего себе. Это для все, для чего нужно это, вот это вот все, вот это вот лук. Непонятно. Что мешало до этого все это делать? Ну что, Рейс, я подхожу к Эндюранс. Что именно тебе нужно? К Эндюранс. Мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него нет. Не-не-не, чувак, я тебе помогу, все. В смысле, блин? Сраный баг. Никаких, блин, только, блин, Лара тебе поможет. Хорош. Ларочка-то у нас. Молодец, умеет магёт. Ну-ка, и что-то чайку спалим. Не-не-не, в жопу. Лень. Так, она мне наверх, да? Угу. Пойдем вот этим путем. Ай, скотина. Ну или через лестницу. Ну через лестницу это не по-нашему, это слишком легко, слишком по-обычному. Что тут кто-то еще есть? Тупо лол. На тебе, козел. Давай, высунься, сука. Блять. Да ёб! Давай. Ну, еще гранаты закидывают, коктейли всякие. Твари бутерброда, блять. Как-то они не пробивают прям. Бах, хеллоу. Чё за лип-то, ема? А, всё правильно, походу. Так и надо было. Так.
А, тут дробье нужно. Это шорткат, так сказать. Угу, угу. Все понятно, шорткаты вот эти вот. Эндюранса доберитесь, сейчас доберусь, погоди, погоди. Сейчас доберусь до Эндюрекса, Эндюрекс, все, что хочешь. Ах. Ах, сволочь, ну как так-то? Но зато сейчас четко было, прям красиво. Я прям доволен с собой. Так. Тайная гробница рядом. Чуть не подавился слюной. Тайные гробницы я люблю. Правда, мы там хуй знает, что лутаем, просто опыт, но... Что это такое? Тоже Мэйдэнчина, да? А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. Угу, дипломат какой-то, походу. Так, ну, китайцы или японцы, или разработчики сами не понимают, кто тут. Или это такая местная форма расизма, как бы, китайцы, японцы, как бы, хуй разница или чё. Давай, хорош. Так, зачем мне патроны дают? Кто там будет стреляться с кем-то, причем для дробовика. Не, для, не просто для автомата. Шо есть гробница, как бы? Вот эта гробница, это просто похоже на какое-то, ну, здание заброшенное, не на гробницу никак. Если вот честно так взять, посудить. О, еще что-то. Антиквар. Где бирка? Милли. Билли Миллиган. Почему, только почему он зазвучал, как утка какая-то? Запищала, точнее. Так, куда? Угу. Все, понял, понял. Стул откуда-то офисный тут. Еще один. Точно такой же. Затопленный... Тайник. Их отправили сюда изучать природу бурь. Ага. Здесь есть электричество. Как это возможно? Мне вот тоже интересно. Как это возможно? Мне кажется, это невозможно и возможно. И еже с ними всякая такая тема. Стоп. Так. Ну, мне как видится, это надо вот так делать. Не, стой, стой, стой. Нет, 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 умираю. Сволочь, спалили меня. Зажарили просто. Так, ладно, сначала смотримся тогда. Тут будем делать выводы. Так, 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 можно выключить. А, ну давай сначала потянем, все, я понял, 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 все. Я все понял. А, блин, не зажег. А. Сгорит же тогда, хорош. И еще разок.
Ну давай, давай. А нахер с ним тогда прыгну. Но это тоже, опять же, какая-то не гробница, это какая-то хрень полная. Гробница у них это называется. Это подвал какой-то. Все, я прошел, я гений, я мега мозг, да? Срочно мне Нобелевскую премию. Походу нет. Походу еще не все. Окей, что дальше? Тогда сюда надо подтянуть это говно. Но это как минимум. Maybe, конечно, maybe. Не уверен. Так. Блин, ну и стрёмные звуки. И чё, ещё дальше? Буду туда так тянуть. Непонятно. Нет, конечно, может быть зацепиться вон туда. Я попробую, конечно. Только зачем круг такой делать? Не-не-не. Нет-нет-нет, все, ВГ. Так, ну вот это правильно. Раз меня здесь я сохранил. Так. Может быть, тут что-то сломать можно? Нет. Хм. Я достану до сюда. Что-то мне кажется, что нихера я не достану, конечно. Но попробовать стоит. Так, убираем. Да не, бред какой-то вообще. Непонятный. А, ща, погоди, погоди. Может быть, ща, 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 ща. Maybe, baby. Давай, давай. Может быть, тут что-то есть? Нет. Да как так-то? А-а-а. Тупо рандом, тупо случайно так сделал. Тупо в жизни бы не догадался. Ох, лол. Не, ну тупо, тупо гробница, опять же. Блять, клад искали, чё же они тут могут еще искать? Да, расхищена. Тупо, ну блин, это конечно жесть. Я бы сам бы, ну, додумался, конечно, может быть попозже, но пока вот случайно получилось, случайно. Спасибо, что вы, когда пол игры прошел, мне говорите, что можно осваивать навыки и качать оружие. А то я не понял. Спустя столько-то времени. Так, чё, куда, куда, куда? Куда? Давай, в припрыжку. Блять. Угу, угу. Чё-то, мне кажется, я не от... Ладно, да, всё, всё чётко.
Больше ничего не кажется, все нормально. Так, из гробницы вышли. Отправляемся до Эндюранса. Где эти козлы? Всех, блядь, убью, один останусь. Да давай, в припрыжку. Забузил бы. Что это такое? Книга. Императрица Солнца дряхлеет с каждым днем. Совсем скоро она выберет себе преемницу. Боюсь, ею станет. Ну, лор. Древний лор подъехал. Называет своей первой дочери. Всегда держит при себе. Угу. Расчесывает мне волосы и наряжает в свои лучшие наряды. Я чувствую себя любимой собачонкой или куклой. Но самое ужасное. Она все время пристально всматривается в меня. Будто разглядывает собственное отражение в зеркале. Хочу быть собачонкой. Чьей-то. Какой-то императрица Солнца. Это как бы моя любимая. Бункер на скале. Место нахождения. Вот, да, на каком-то бункере мы тогда путешествовали. Сейчас только что гробницу расхищали. Они в гробнице, блин. Эх, японо-китайцы, конечно, умеют, могут. Кто они? Кто они? Я никого не вижу. Котейка, блядь. Хули ты делаешь? Нет. Минус Лара улетела. Просто бах-бах. Об скалы, блядь. Помидоры хотя бы. Сука. Собрали. Да чё за хрень? Фух, я ж думал всё. Ага. Надо будет сейчас сразу тогда путь обратный. О, пушки. Времён Второй мировой. По-любому. Походу, блин, снаряд прям в стволе разорвало к херам. А на обратном пути будет доступно, я понял. Все, я понял. Дадут там. Сука, давай, подойди ко мне. Подойди, скотина. Всех убью. Угу. Да, у вас гости, как бы, у вас это... Для вас это смерть. Ёптать. В смысле, почему почвен живой? Почвен меня расстреляли. Да, бах. Бах. Тогда, значит, в жопу лук, это все не для нас. Мы будем просто с патронов херачить. Ну хоть не коктейль Молотова. Нет, опять этот. Эти козлы в масках. Ну откуда? Где? Ё-моё. Разрушение как в Battlefield. Bad Company прям подъехал какой-то.
падай, сволочь, падай. Нет, нет, нет. Ну, блядь. Задушили, сволочи, задушили просто, не щадя никого. А все? А, нет. Сука, спецназ какой-то на канатах. А ну сюда, блядь. Идите нахуй. Говно, сейчас всех расстреляю. У меня калаш как бы есть. Мне ничего не страшно. Супостаты вам всем, пипец. Козлы неадекватные. Давай, сволочь. С луком, да, хорош. Давай, давай. Хорош. В смысле, почему он не убил это его? Хорош. По-моему, слишком рано нажал я, да? Так, а мне наверх или на первом этаже можно тусить? Чё там у нас? Записи? Ничего, на поисках звезды, блин. С целью помешать проведению операции. Связь нарушена повсеместно. Мы понесли тяжелые потери. Многие просто исчезли. Весь оставшийся личный состав следует к древнему монастырю с целью установления контроля над погодным феноменом. Ожидается серьезное сопротивление по маршруту следования. Срочно требуется подкрепление. Сейчас кого не просят подкрепление в письменном виде, да я оставлю журнал здесь. Видно, американцев их уже захватили. Так, обновлено. А что, наверх-то надо? Или нет? Слабачка, ё-моё, ну ты чё? Лара, блин. Тогда все... А, тогда здесь, я понял. Лох, тигр. Да ё-моё! Да как сквозь стены? Не щадя. Давай, блин. Да как вы живы-то оказались? Вам на гранаты вообще похуй, да? Походу гранаты это, ну, не про них. Гранаты их не убивают. Тогда просто идем на таран. Ай, блин, это бронированный. Он кругом бронированный, значит все в ажуре. Давай, давай. Давай. Хорош. Вот это я понимаю, просто в колено, в горло, бах. 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 Теперь в голову давай. Моем катану, почему мне такой не дали? С катаной, ёп. И из кирпича просто в соску ему. Все, да? Что там подобрать можно? А, патроны. Не, дробовик это не для меня. Не люблю дробовики. А с них еще эти падают. Детали для дробовика. Сука, бах. Да боже мой. Вот снайперки реально не хватает, я бы со снайперки просто бы хэдшоты бы по таким бронированным бы вывешивал. Катейка, отойди, пожалуйста. Чё ты ходишь перед компом-то прям передо мной? Не надо. На ком-то не залезай, ну Катейч. Ну Катейч.
Надо на ком залезать. Ох, хорош. Ползет такой. Сука. Так, хилимся, живем. Кого ты видишь-то? Кого ты видишь-то, а? Кого ты видишь-то, мне скажи. Не видишь, видишь. Давай, следующий. А я теперь тоже вижу, кстати. Сука, давай. Еще давай, бах. Это понимаю. Сука, сейчас нахрен залезу, блин, пизды дам. Каждого убью. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все, пиздец. Ну как так-то, блин? Чё-то заново, да? Так, так. Чё за хрень? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да ё-моё, ну как так? Щадило какое-то видео. Нет, всё, хорош, хорош, назад, назад. Сука, давай, выходи сюда. Козёл, блин. Хеллоу, блин. Хеллоу. Ёпта. Давай, 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 сюда, сволочь. Ой, попал. Попал. Подыхай, да. Только это тебе адресовано, черт. Давай, давай. Хорош. Че, живой? Вот. Ой, запасы, запасы, запасы. Так. Давай сюда, козел. Хорош. Это на чем, интересно, висит? Это что такое вообще? Провода, типа? Ёптать. Ну пипец, ну почему, блядь? Ничего из-за... Ой... Ну и душное место. Просто душнейшее. А ну стоять. Ну-ка, короче, заебал. Не долетело. Следующий, блядь. Сука, хорош. Давай, давай, следующего. Он сейчас не свидеть. Что-то начнется фит, блин. Переигровки, рокировки. И все. Вот такое. Так, все. Еще кто-то есть? Сука, остался только сраный лук и дробовик. Так, запасы, так. Нате в колено, козел. Нет. Чё заново бежать? А ну зато хотя бы можно патроны поднять, да. Вообще забыл про них. Ща новые гопники зареспаунятся. Чё вы где? Суки.
Да ёп. Не бред. Ёп. Твою мать. Так. Давай, хорош. Вот тут сейчас главное не упустить, нахрен сразу надо двигаться. Не рассматривать провода. Так, надеюсь, всех убил. Так, за 5 опыта не будем прыгать. Нахер надо. 5 опыта и 5 опыта, хуй с ним. Куда же ты опять вляпался? Куда, блин, опять на гопников нарвался. Че, куда же счета? Че, столкнуть надо, да? Походу. Куда? Ага, сюда. А, все, вразумив. Да что она такая слабая, значит не сейчас, да? Бред. А зачем вообще бежим на этот корабль? Там запчасти собирать или чё? О, гопник. Хуя ты, бля, мастер. Просто Нинджа Гайден. Так, это гигант. Мысли. А, хорош. Какой такой большой, бля. Давай. Сука, на тебе, блядь. Давай, на тебе, сука. На тебе, сукин сын. На тебе, сукин сын. Мразота душная. Жумар. Получено новое снаряжение. Чем пользоваться? А зажмите. Аж ВП спросил, по-моему. Странно. Игра 2013 года, ВП проседает. Да, снова здесь. Жаль, по каютам нельзя пройтись по всем. Только заскриптованным. Должен был какой-нибудь бич появиться, когда она так закрыла. Да, много воды утекло. Я должна благодарить Лару за эту работу. Она всегда в меня верила. Преподаватели в университете смотрели на меня как на сумасбродку с камерой в руках, от которой жди от них неприятностей. Но знаете, большинство людей в глубине души жаждет острых ощущений. И Лара не исключение. Просто ее надо было немного подтолкнуть, чтобы она поняла, чего хочет на самом деле. У нас с ней было так много приключений. В том безумном путешествии по Болгарии я только и делала, что вытаскивала ее из клубов. Когда поехали на Килиманджаро, Лара хотела заниматься исключительно научной работой. Но кто ж знал, что там столько симпатичных парней? Эта экспедиция обещает многое. Лара со своим ноутбуком, я со своей камерой. У нас впереди еще одна увлекательная поездка.
Так, надо найти такой точки, наверное, закончить это, мне надо готовить еще. Времени так мало, а есть так хочется. Опа. Давай, давай, давай. Грязная работа. Ну, мимо, мимо, лох. Лох, мимо. Да почему он там? Ну и бред, блядь. А, достижения дали, ясно. Ой, хорош. Теперь эта сволочь не помешает мне. Это уже радует. А то так тупо умереть, это надо уметь. Я уж испугался, думал, сейчас опять с электричеством куда-нибудь упаду и загорюсь. Воспламенюсь. Как он вообще сюда прошел? Тебя еще дурака. Куда забраться? Как забраться? Ага. А можно так сзади, да? Понял, можно. Давай, давай, давай. Ха! Это я должен на ходу сделать все или что? Это айтишник. Я за это на ходу сделать. Тут, смотри, рельс, короче, есть. Еще и как его заставить именно в том месте остановиться. А, его, ну да, это же загадка и первый класс. Херня. Так. И вот так. Легчайшая. Да в смысле прости. Все хорошо. Не смей умирать. А то и так все умирают, ему грустно. Ну сейчас попадем, сейчас попадем, не переживай. Блин, походу я зря так сделал, конечно, ну ладно. Ну и вот так все. Херакс. Легчайшая фигня.
инструмента. Отвертка и гаечный ключ. Шутник. Да, отвертка и гаечный ключ. Даже не в губу он отвернулся. Зачем? Зачем? Последок-то можно было и... Чё стоишь-то? Убегай! Давай-давай-давай-давай, экшон-экшон! Чё это? А! Какой прикол! Да, минус Алекс, минус и кто там еще? Много кого. Этот остров забрал с твоих друзей. Рот. Так, как говорится, хотелось бы верить. Но верится с трудом. Лети, лети. Сейчас на чем он работает? На батарейках? На магии какой-нибудь. Так. Чей, куда это ведет? Походу по сюжету. Старые записи из 90-х. В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Ну что, в смысле, лучше года, какие периоды Камакура? Я не буду только Камакура. Хочу знать года, насколько это давно было. Камакура. Ну-ка, сейчас загуглю Камакура. Так, Камакура. 1192 год. Ну, тут пипец. Почему было просто не сказать 1192 год? Плюс-минус. Камакура, блин. Чё тут понимать? Все это магия. Магия. Magic. Так. Я уж думал, он не вынесет дверь. Да? Так, а чего у нас тут? 25 опыта. 25 опыта. Ну, это, конечно, не 5. Maybe, baby. Может быть, не она. Может и нет. Тридцаточку. Вот тридцаточку уже как бы ощутимо. Даже есть смысл лутать.
просто вырывает нахер со стеной вместе. Нихерово так. Быстрее. Хочу отнести уже хоть кушать и готовить. Так, че, куда я вышел-то вообще? Как он меня спалил-то? Сука. Ну вот, сейчас постелился, давай. Сука. Дерево-то не пробьет, она, думаю, настолько толстая. Ты чё, блядь? Куда бежишь, сволочь? 110 нахрен, экспы. Куда делся? Чё это было? Непонятно. Блять, опять уп... Ну вот, сейчас тогда на этом и закончим. Сейчас. После этой катсцены. Лара? Мы услышали взрыв и подумали. Алекс. Он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Жесть. Так держись от меня подальше. Давайте прыгнем, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, мы следующие на самом. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь. Не вернемся. Пока не убьем вот этого Пимик или кто там. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Остров проклятых? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Thank you.
Ну вот, на этом тогда и закончим. Ай, блядь, продолжим, не знаю, наверное, завтра, скорее всего. Так. В принципе, это неплохо, пока идем. Умерли уже миллиард раз. Так, ладно, выйти из игры. Что, там все работало, надеюсь? Да, да. Завтра тогда продолжим. Не знаю, наверное, где-то... Во сколько будет завтра, блядь? В 4, в 5 где-то, наверное. Давайте всем счастливо.